President Putin making clear he will not back down in Ukraine, calling up hundreds of thousands of men, a move that prompted widespread protests. Слава нашим доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! In a special presentation from inside Russia. The risks for other contributors making this film are immense. Stories of activists and journalists refusing to stay silent. What joins them together is that they're brave enough to confront the government. Risking arrest and imprisonment. Ну и мы надеемся, что если какие-то тревожные звоночки прозвенят, можно схватить паспорт и просто уехать. But people seem to be very angry. In the face of Vladimir Putin's crackdown on critics of the war in Ukraine. Vladimir Putin issued a stark warning to the people he called scum and traitors. We do have a lot of people who care about our country falling apart. Now on Frontline, Putin's war at home. It's important that the world knows that the resistance is ongoing. And there are people who disagree with the current regime. Мы решили отказаться от участия в фильме. И все только хуже становится, законы ужесточаются. Мне просто дико страшно. Я сейчас просыпаюсь от панических атак. Потому что если это все увидят, это скорее всего увидят и российские, российская ментура тоже. We knew from the very beginning that the risks for all the contributors and all the team making this film are immense. Vasily Kolotilov is a Russian journalist. He has been working with Frontline inside Russia to document the lives of those who oppose the war in Ukraine. President Putin has signed laws that crack down on protest of the war and independent reporting of its human cost. Many news outlets have shut down. The regime has become much more authoritarian. People here are very scared to talk. But there are still people who don't want to be silent. Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. I wanted to give the voice to the people who are opposing the war that Russia started. They're opposing the repressions that are going on in the country. The Russian government wants people to think that all Russians are supporting the war. It's not true. It doesn't work like that. Ему стыду сейчас. Я очень долгие годы не интересовалась политикой. Но когда началась война в Украине, все очень сильно изменилось. Мы с Сашей познакомились 5,5 лет назад.
Саша ко мне переехала, и мы стали жить с ней как семья. Мы поняли, что молчать на этот счет невозможно, и мы пошли на митинг рядом с гостиным двором. Я хотела сказать «нет войне». Любой человек не мог предположить, что в конце февраля начнутся такие события и политические репрессии так широко развернутся в нашей стране. Independent polls show that a majority of Russians say that they support the war, but there's a large, often silent population that doesn't. Putin's laws have effectively made it a crime to oppose the war. За слова «нет войне», они у нас считаются экстремизмом, тебя могут посадить на 10-15 лет в тюрьму. Это хорошо объясняет то, почему сотни тысяч, например, не выходят на протесты. Всех, кто не согласен, у нас избивают, арестовывают, сажают в тюрьму, пытают и так далее. Amid the crackdown on dissent, Sasha, an artist, found a new way to express her opposition. Я хорошо помню тот день, когда Сашу арестовали. Но идея с антивоенными стикерами вместо ценников, она была довольно известной в России в свое время. Эти стикеры, они очень напоминают обычные магазинные ценники, только вместо цены там числа, которые связаны с войной в Украине. Я думаю, что Саша тоже увидела где-то в интернете эти фотографии и решила повторить. Саша оставила 5 антивоенных стикеров в магазине. Причиной ее ареста стал как раз ценник с информацией про жертвы в Мариуполе. Дело в том, что в официальной повестке говорится о том, что этого не было, а, соответственно, это считается фейком против российской армии и подходит под уголовную статью. А после этого на нее написала донос пенсионерка. По камерам видеонаблюдения ее нашли и проследили ее дорогу до дома этого друга. Sasha has been in jail awaiting trial ever since her arrest. Two journalists working in this remote region of Siberia have agreed to talk. Since the war began, they have been reporting on Russian military deaths, despite a national ban on doing so. What they're doing is exactly what the Russian government doesn't want journalists to do. They travel around the region to document deaths of Russian soldiers in Ukraine. I'm actually surprised to see them not in jail. Понимаете ли вы, что вы потенциально рискуете уголовным наказанием на срок от 8 до 15 лет за распространение недостоверной информации о российских вооруженных силах, также за сотрудничество с иностранными медиа? Я понимаю, что потенциально я могу быть наказана. Заняв такую позицию, в принципе, мы можем, наверное, сломать себе всю жизнь. Мозг отказывался верить, что война началась и что это произошло. Не понимала. Вот это самое главное, чтобы было понятно. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности
создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. А сейчас будет введена цензура. Сейчас просто позакрываются все независимые СМИ. 2 года назад мы с Олей Мутовиной придумали интернет-журнал «Люди Байкала». 24 февраля мы решили, что у нас по-прежнему не будет цензуры. Вот. Чего бы нам это ни стоило. The area around Lake Baikal is home to an ethnic minority, the Buryats. The Russian military draws heavily from this area. The reporters showed us footage they filmed just over a month after the invasion. The bodies of Russian soldiers killed in Ukraine were being taken for burial. Начинаем здесь, я встану, да? Может, поближе туда подъехать? Military deaths are classified as state secrets in Russia, and the government rarely releases figures. Было очевидно, что мы ни о чем другом писать просто не можем. Если люди узнают о том, какие потери мы на самом деле несем на Украине, то, наверное, многие из них изменят свое отношение к спецоперации и перестанут себя чувствовать гражданами великой страны. Ольга и Елена learned that a nearby sports complex was being used as a funeral hall. They managed to get inside and film. Спокойно прошла и увидела сначала один гроб, и вокруг люди, потом второй гроб, и третий, и четвертый. И это был шок. Ольга и Елена reported the names of the dead soldiers on their website. They also wrote about the impact of the war on the local community. The region is estimated to have one of the highest casualty rates from the war in the country. The government blocked Russians from accessing the website, claiming the journalists were spreading inaccurate information. И все. А никто у нас не пишет истории, например, об этих людях. Никто не пишет интервью с их матерями, с семьями не делает об этом ничего. But the journalists continued their investigation into military deaths in Ukraine. They began building a database of hundreds of Russian fighters from this area killed in the war. Ну, какая может быть демократия, если человек вообще не может сказать ничего против. Another opponent of the war has agreed to talk to Vasily. She posts about life in Russia on TikTok. I have seen a few of the police cars passing by, so maybe there is another protest going on today. I'm not sure. She's against Putin. She's against the war. She tries to tell the Western audience what's actually happening in Russia. The first thing that suffers during a war is truth. The truth is something that lost its meaning completely. On the 4th of March, all the big independent channels started to close down. They started silencing everyone. It felt fairly apocalyptic. Everyone was saying that an iron curtain is coming down on Russia. Russian users have been banned from uploading content on TikTok since early March. But Natalia, who's asked us not to use her full name, has found a way to get around the restrictions. Hello, everyone. My name's Natalia.
I'm one of the few people inside of Russia who have been documenting what's been happening since the beginning of the so-called special military operation, because I felt like no one was speaking at all. She uses a British SIM card for her phone that she's kept from her years living in London. My TikTok channel is called Iron Curtain Life. I did not expect to go viral at all. Fingers crossed I'm not gonna get sent to Gulag. Russians are blocked from viewing her posts, which is why she thinks she hasn't been arrested. But she gets tens of thousands of views outside the country. You know, the screws are being tightened. You get sentences for, you know, smallest thing now. You cannot legally protest. Natalia's stance on the war has put her in opposition not only to Putin's government, but to members of her own family. My mother watched more and more state TV. She got very different views that Ukraine is planning on attacking us. Russia, Russia, в этом слове огонь и сила. I have to watch because you have to know your enemy. Happy Crimea Day. 8 years ago, Russia annexed Crimea. How we say motherland freed Crimea, Crimea River. And behind me, there is a national holiday celebration in Moscow that is live streamed on state TV. The tagline of the event is for victory and for the world without Nazis. The level of ridiculousness is escalating really fast. Владимир Владимирович Путин! Многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой. We actually do have a lot of people who care about our country falling apart and becoming the next North Korea. It's important that the world knows that the resistance is ongoing and there are people who disagree with the current regime. All of our characters' voices are significant, but what joins them together is that they're brave enough to confront the government. Vasily, the Russian journalist working with us, is on his way to the southwest of the country to meet another outspoken critic of the war, a law professor whose parents live in Ukraine. Roman is really worried about his parents because his parents are from Ukraine and they're in Ukraine right now. І доповіла, що почалася війна. Вибухи чули. Ну, ми не підемо. В погріб, тому що папа хворий. Всі бояться. Що буде далі? Since the start of the war, Roman has uploaded videos to YouTube of his conversations with his mom. She and his dad are living under Russian bombardment in the southeastern Ukrainian city of Nikopol. Ну, для меня это был шок, потому что я, опять же, только что был в Украине и ничего не предвещало этого. Играл где-то в садике. Они говорили на украинском. Вот мама с братом. Вот этот дом, который сейчас в Никополе. Я очень любил ездить в Никополь в детстве. Буквально на второй или третий день мама сказала, что они никуда не поедут, потому что они
прожили. И они отдаются на судьбу. Даже если этот город сотрут просто под ноль. Они будут там. Например, я сразу же разместил на себя аватарку «Нет войне». Дурак был. Тогда я же не знал, что это уже нельзя. Я думал, что «Нет войны» — это хорошо, это нормально. Ну вот я так наивно так в тот момент думал. Или видео перепостил. The video showed destroyed Russian tanks. They had been attacked by Ukrainian forces as they tried to advance on the capital, Kyiv. Я, то есть у меня была цель указать русским, какой ужас происходит. He was charged under Putin's new laws, accused of spreading false information about the armed forces. Какие последствия для вас это имело? Я остался со штрафом 30-тысячным, и теперь я не могу занимать должность преподавателя и научного сотрудника в Волгоградском государственном университете. И меня уволили. Более того, я сейчас смотрю вот при вас эти посты, и я не могу понять, что в них не так с точки зрения права. Я пропустил маленькую вещь — смену эпох. Потому что в ночь на 24-е сменилась эпоха. И то, что раньше было можно, сейчас стало нельзя. И наоборот. И нельзя называть вещи своими именами. Ольга и Елена, whose website was blocked after they filmed the coffins of Russian soldiers, have moved their office to keep one step ahead of the authorities. Мы понимали, что нужно какое-то место, где будут храниться деньги, документы, безопасное место, где ты сможешь, например, переночевать или поработать сесть. The reporters are trying to piece together the truth about the number of soldiers from their region in Siberia who've died. Their database of casualties has grown to over 400 names and has become a unique resource for the international media. Ольга and Елена know they're taking a risk. Суд вынес решение, что список вот этот вот погибших — это разглашение гостайн. Можно сесть за это. Как это может быть? Я разговаривала с детьми, разговаривала с мужем, предупреждала их о том, что к нам могут ворваться, прийти. Ну и мы надеемся, что если какие-то тревожные звоночки прозвенят, можно схватить паспорт и просто уехать. То есть мы надеемся так выиграть время. They've gotten a lead about the death of a young man from a remote village. They're looking for his grave. Ну вот оно, кладбище. Они обязательно с флагами? Ну вот у него с флагами. Мы видели фотографию. Да. Ну что, нашли? Ой. Вот смотри, дата смерти стоит 18 марта. Вообще много чего говорит. А, флаг Донецка. Только Донецка. Кто его, интересно, сюда прикрепил? Сослуживцы, наверное. The date of his death and the flag of Donetsk
a contested region of Ukraine, both suggest he died in the war there. But there's no mention of any military unit. Вот холод, ребята. Вообще, как будто не лето. The reporters continue their investigation. Back in St. Petersburg, there's a new development for Vasily to film. A bail hearing for Sasha, who was arrested for replacing supermarket labels with messages protesting the war. The biggest problem is that you don't really know what's going to happen because all the laws are really vague. To me, operating in this kind of environment is feeling pretty difficult. You're gonna start getting a little bit paranoid. Near the court, he meets Sasha's partner. Sonia says she's given up her job as a pharmacist to work for Sasha's release. A Moscow city councilor was recently sentenced to 7 years in prison on charges similar to Sasha's. Заранее никто ничего не может прогнозировать. Если бы у нас были независимые суды, то в принципе Сашино дело бы не рассматривалось. Повесить стикеры в магазине — это не преступление, и тем более это не заслуживает 5 или 10 лет в колонии. Как ты думаешь, почему именно дело Саши, почему такое жесткое преследование? Я думаю, это нужно, чтобы запугать людей, чтобы им было очень страшно озвучивать свои мысли, чтобы в обществе создавалась иллюзия того, что все поддерживают. Саша's lawyer hopes the judge will release her on bail. Сейчас у нее ухудшение здоровья, чтобы подтвердить кардиолог. Также у нас есть доказательства того, что 3 миллиона рублей за нее готовы внести залог, как примеру, и все документы для отбывания ей домашнего ареста. Ее заводят под конвоем, каждый раз в наручниках, как очень опасную преступницу. Для меня было бы важно, если бы Сашу вывели из клетки. Это был бы шанс просто хоть на время обнять ее, почувствовать ее тепло. Ходатайство следователю удовлетворить, провести закрытое судебное заседание. Участникам процесса предлагается покинуть зал судебного заседания. Оглашение без ограничений, да? Мы выходим, да? Да выходим, а что делать? Но мы придем еще. Как можно вообще? They wait 5 hours to hear the judge's decision. Как он пойдет через дверь? А почему посетители? Выходите. Кто будет вечерить? А вы? Тишина. На основании служебного руководства и статьи судей ЦПК РФ постановил ходатайство следователя удовлетворить протесты с задержанием от стражи в отношении обвиняемого Чеченко Александра Юрьевича, прежде всего, оставить без удовлетворения. Александра Юрьевна, вам понятно постановление суда? Да, понятно, ваша честь. Плохий порядок в обжаловании, понятно? Понятно. Наше судебное заседание закрыто. Саша, все граждане, граждане удовлетворения. Держись. Держись, любимая. Я буду писать тебе всем письма. Хочу рассказывать, как проходят мои дни тебе. Ты тоже мне пиши.
Граждане, удаляемся. Я, блядь, еще немножечко побудем, буквально минуту. Проходим. Скоро увидимся. Вообще не скоро увидимся. Что? Ну? Мы ни на что не надеемся. Или надеемся? Ну, это формально. В каком смысле это формально? Не случилось, либо не случилось. Не нужно уже так сказать. Эти кадры были сняты в ночь на пятницу. И такое здесь почти каждую ночь. Середина июля. Никополь поддается массированным обстрелам. Знаете, даже не думал, что может быть в Никополе-то. In Nikopol, Roman's parents have been enduring months of Russian shelling. Роман is one of an estimated 11 million people living in Russia with relatives in Ukraine. Роман, привет. Да, мам, привет. Вон, что-то у нас ветер. Досмотрел сейчас видео с этого, с обстрелов Никополя. И там какой, сверху какой-то прям огонь падает. Ты видела? Вот прям как фейерверк такой. Видела, видела. Мы с папой смотрели. Ясно. Ну что, как у вас? Каждую ночь бои. Но папа не хочет идти в подвал, ну, в комнату. Стой. Она вроде бы как защищена. Ну, заклеили? Окна заклеили. Вот ей так зашторено. И все светилось огнем. Волны испугались. И электричества не было полдня. Ну, там информация сказали, сколько упало, сколько домов повреждено. Но нас пока Бог хранит. Нашу улицу как-то обходит. Не знаю, надолго ли. Ну, ладно, сынок. Ага. Давай. Давай, пока. Я родителям говорил, ну, сделайте бомбоубежище, ну, потому что, ну, мало ли что. Не-не, ну, мама там что-то хоть делала, а папа говорит, нет, не буду я делать, потому что я со своим этим, ну, здоровьем никуда залезать не буду. Мама говорит, что там остались пожилые люди, которые не хотят выезжать, и они там вот под этими бомбежками. This is the Z. The Z is everywhere. The main symbols of Russian patriotism. We are a military country now. Our whole personality is military. The Union of Mothers set up this memorial to remember their dead sons, the ones that were not confirmed by the government, whether they are dead, alive, or missing. And this is what happened to this memorial the very next day, because in Russia you're only allowed to grieve if your government allows you to do so. For Natalia, the war has had a personal cost. She says her father's cancer treatment was stopped because sanctions imposed on Russia led to a shortage of chemotherapy drugs.
My dad had cancer. He was in the hospice for the last month of his life. And well, now he died. Very often my TikTok, I get comments saying that there are no good Russians and the only good Russians are dead Russians. So in that sense, I guess he did become the best Russian of them all, didn't he? Thousands of miles away near Lake Baikal, Olga and Yelena are continuing to report on the deaths of Russian soldiers. They're looking for relatives of the fighter whose grave they had discovered. Ну сколько уже случаев, когда журналистов задерживают, когда которые приезжают для того, чтобы рассказывать о семьях погибших. They have an address. Слушайте, она опять не отвечает. Здравствуйте. Мы можем поговорить? За стенкой, алло. Да? Алло. Спасибо. За стенкой. Сосед сказал, хорошо, что здесь. Она сейчас выйдет. Мы думаем, что это вот этот дом, да? Ну, мы думаем, что да. Там написано на нем где-то. When they find the house, they're invited inside. А можем мы где-то присесть и вот вы нам расскажете? А что мне приготовлять? Телефон и все. Вот я говорю. She tells them that he died fighting as a sniper in Ukraine. Получается, он какого года рождения же? 21 год ничего нет. 21 год. Ого, хорошенький, смешной. She said he'd been in trouble with the police. And a year before the invasion, ran off to join a pro-Russian militia group in Donetsk. Помогайте, говорю, картошку, говорю, надо полоть, говорю, то все, мне, говорю, мне это. Он такой, ну, приедем, но так, короче, не приехали. А что больше-то рассказать вам? Вот до сих пор не верю, что его нет. Я все равно жду. She gave them the name of another relative who lives in the area. Это трудность такая, когда тебе нужно написать о военном, который погиб, и все родственники хором говорят о том, каким он был прекрасным мальчиком. И хочется у этих родственников спросить, извините, а тогда кто мародерствовал, убивал, насиловал в Буче и Ирпене и, ну, и в других местах, если все такие хорошие и положительные, а кто тогда вообще вот это вот зло там творил? А мы журналисты из Иркутска приехали, делаем репортаж. Ну, погода такая, знаете. Да, что ноги промокли просто. Расширяется пространство. Уютно. Ой. Ну вот обычно еще о погибших сообщают. Ничего вообще, ничего. She showed them a posting about his death on a messaging app used by militia fighters. А вы знаете, как он погиб вообще? Как там все произошло-то? Ну, когда нас построили, и командир сказал, что ему нужны добровольцы на штурм Мариуполя. Он вышел первым. И погибли они, командир,
и еще парень. И лежали где-то там под стенами в городе. Их не могли местно простреливалось, и долго не могли забрать их домой. Все очень страшно. She received this video from his fellow fighters. They said it showed where they found him. Туда идти опасно, простреливаются, сами рисковали, но забрали. The Russian military didn't repatriate his body, so his family asked for help from a veterans group. В Иркутске есть вот, по-моему, группа. Они там вот, самого Мариуполя, да, забыла города, нанимали машину, покупали за свой счет. На машине его? Подождите, вывоз-то откуда? С Мариуполя. А за что он погиб, за что воевал? Ну, за Россию, все равно завоевал за Россию, чтобы мы не видели, до нас не дошло все это. Это они говорили? А вы как думаете, за что он воевал? Ну, за нас, чтобы до нас война не дошла. А вы хотели бы, чтобы вот там на Украине была война? Нет. Вы говорите за нас. Нет, не хотела бы. In September, the Russian defense minister stated that 5,937 Russian soldiers had died so far in the war. U.S. officials estimate the figure is around four times that. The reporters say that casualties like the dead militia fighter are hidden victims of an unnecessary war. Не считается вообще никем. И ни выплаты не положено, ни даже похоронить его государство не сочло нужным. Ну вот как я вижу, власть хочет людям до людей донести, что это что-то, что их не касается. Но на самом деле мы понимаем, что это не так, что это война, и она уже пришла в дом не только погибших военных в дома, но и в дом каждого россиянина. Sonia has been separated from Sasha since April. To stay in touch, Sasha has been sending her drawings of life in prison. Саша часто изображает то, что происходит в камере или на территории СИЗО, например, во время прогулки. Ну да, и, конечно, другому мы никак не узнаем, что там происходит. Другому мы не знаем, потому что фотографировать там нельзя. Yeah. Это очередь за едой в камере. Еду проносят через вот такую кормушку. In Moscow, a human rights organization exhibited the drawings, part of an effort to highlight the detention of opponents of the war. К нашему сожалению, оригиналы сейчас утрачены, потому что выставка просуществовала только 2.5 дня, а потом туда пришли менты и изъяли почти все работы, в том числе Сашины. Я всегда любила этот рисунок. Саша изображает здесь, как стены тюрьмы рушатся, и она оказывается на свободе. Роман is increasingly concerned that his 13-year-old daughter is growing up in a Russia where dissent is not tolerated. Since the invasion, children have been targeted with military propaganda. Думал, что это я еще поживу при свободе. Я жил в СССР, и я помню этот травматический опыт. Но если главный командир позовет последний бой, дядя Вова, мы с тобой.
просто у меня в голове не укладывалось, что мы можем вернуться туда. Это ад. Дочь присылает мне видео, где украинцы убивают военнопленных и так далее. Он узнает мои воззрения, и она всегда говорит мне «Слава Путину». Уважаемые друзья, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. In September, Putin announced what he called a partial mobilization, the first time since World War II that Russia had imposed a widespread military draft. There are hundreds of people out on the streets today, and even more police. There is a protest inside all of Russia against mobilization and war. But people seem to be very angry and very motivated to continue being in the streets. We have at least 96 detained in St. Petersburg, and overall, I think it's over 300 now. We were just in the square where they were about to close off the entire protest and just got out. I do feel scared. My heart is definitely pumping. The reporters in Siberia, Olga and Yelena, say they were accused of posting anti-war stickers and arrested. Страшно, ну сейчас просто страшно в России находиться. After they were released, they fled to a neighboring country with several relatives. И нам пришлось вывозить своих близких мужчин из страны, думать о работе, думать о том, как, что мы должны написать, что мы должны сделать, и еще думать о том, что нам нужно защитить своих близких. After 5 months in jail, Sasha is back in court. A week earlier, she'd been officially charged with spreading false information about the Russian armed forces. She faces up to 10 years in prison if convicted at trial. Как ты, Саш? Нормально. Нельзя общаться. Разговоры запрещены. Хорошо. Я сейчас выйду отсюда. Sasha's bail application is refused. Сейчас будущее видится мне очень туманным. Арест Саши, он много изменил в моей и в ее жизни, и пока что я не знаю, что будет дальше. Мы не строим планов. Что бы ты хотела, да, такого будущего, такого настоящего, хотела для России? Надеюсь, меня не посадят за ответ на этот вопрос. Я бы хотела жить в свободной и демократической стране, где есть конкурентные выборы, где есть свобода собраний, свобода выражения своих мыслей, чтобы, если людям что-то не нравится, они могли мирно и ненасильственно собираться и это высказывать. Russia scrambling to contain the chaos as the wave of men fleeing the draft shows no signs of slowing.
video appearing to show miles of cars lined up at the border to neighboring countries. Vasily is now worried he will be drafted unless he flees Russia. This partial mobilization means that the situation is getting worse and they might close the borders. I need to leave as soon as possible. The story about opposing the war became a story about the future of Russia. Will that future be authoritarian or will it be democratic? This is the fight at hand. The story of the people who are trying to confront the regime is still going to continue. Sadly enough, we're going to be looking at this from a distance. And other Frontline programs, visit our website at pbs.org/frontline. Frontline's Putin's War at Home is available on Amazon Prime Video.